Минулого року Шуховську вежу взяли на баланс міського управління культури. Тоді ж розпочалися проектні роботи з реставрації. На них виділили з місцевого бюджету 800 тисяч гривень. Проект вже готовий. На його реалізацію потрібно близько 8 мільйонів гривень. Проте наразі місто виділити такі кошти не може. Почему же именно так дорого? Да? Казалось бы, что здесь нужно сделать? Покрасить, зачистить, убрать коррозию, налет, восстановить утерянные части и тем самым законсервировать. Но самая большая сложность в том, что башня высотой 38 метров, и все эти работы надо делать только построив вокруг строительные леса. То есть на альпинистских веревках нельзя будет делать ни сварочные работы, ни другие работы. Поэтому, по сути, во время реставрации надо будет построить вокруг этой башни еще одну. Шуховська вежа була побудована у 1907 році. Функціонувала до 1944, поки не була підірвана німецькими військами. Згодом її відновили. Проте після появи інгулецького водогону вежу припинили використовувати. Нині вона має статус пам'ятки історії та культури місцевого значення. Это одна из таких исторических достопримечательностей города Николаева. Это памятник истории, памятник инженерной мысли. Таких башен было построено в то время немало, но вот в таком сохране сохранилось не так-то и много, поэтому оно находится в центре пристального внимания. За 111 років свого існування вежа отримала пошкодження. Помятости бака и небольшое неправильное вертикальное размещение до сих пор заметно. То есть это вот уже много лет сохраняется. Ну самое страшное, конечно, что за эту сотню лет это коррозия. Это коррозия металла, это утраченные уже некоторые части из самой основы башни. После реставрации вежу планируют посвятить специальную иллюминацию. Світлана Кльосова, Артем Белібов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.